Итак, друзья, снова всех приветствую. Возвращаемся опять к теме нового проекта. Я не ожидал, конечно, что будет такой успех у этого проекта, что люди позаходят, но тем не менее. Мой баланс сейчас составляет 529 догов. Это учесть то, что даже по времени не знаю, когда я выложил обзор на свой канал. Сейчас мы быстренько все просмотрим. Так, 4 часа назад. Да, 4 часа назад. Много негатива, конечно, пошло, но много и вопросов пошло. Сразу хочу сказать, друзья, те, кто не понял еще, проект только стартовал. Соответственно, будут еще косяки, не косяки, так как проект сегодня лежал 3 дня. Три раза вылетал. То есть я пытался записать обзор. При записи первого обзора сайт 2 раза лежал. То есть, ну, был недоступен. Так что все поправят, все будет, все наладится. Сейчас проект переходит уже в нужное русло, да? Соответственно, что тут? Давайте посмотрим. Видим, что участников уже добавилось, то есть работаем один день, они уже показывают, хотя еще только сегодня был старт. И видим, что уже выплачено 429 долларов. Вот, что хотел. Попросили мне попробовать заказать вывод, ну, в ближайшее время, как только у меня набежит минималка. По поводу минималки, кстати, я так и не узнал. Да, в проекте тоже обыскал, все, не нашел. Какая тут минималка? В общем, сейчас все проверим. Да, есть на балансе 529 догов. Попробуем заказать вывод и посмотреть, что к чему. Значит, выводить я буду на биржу Eobit. Тут у меня есть пока баланс 98 догов. И посмотрим по истории, да. Как быстро проект платит. Платит ли инстантом, либо вообще платит или нет. Может, еще не наладили эту функцию, так как я сказал, что проект... Ну, еще сыроват, да, многие побаиваются в него входить. Я тоже, ну, на риск просто кинул 10 долларов. Потом посмотрю, если все пойдет, я, конечно, закинусь побольше. Потому как в первом их проекте CloudMine, но, ну, я пожалел, что именно мало сделал вклад свой, да. Так, выбрали мы наш банкомат, да. Так, если забыли платежный пароль, соответственно, да, можно его получить на... свой email. Так, значит, что выбираем мы Dogecoin, есть сумма, подтвердилась, кошелек, соответственно, вставляем кошелек, проверим, ну и, соответственно, платежный пароль я поставлю на паузу и потом продолжу. Итак, друзья, осталось у меня вот на балансе, то есть не все вывел. Не знаю по поводу, как инстантом, нет, раньше у меня был кошелек установленный на компьютер, я его уже давно снес, давно переустановил Windows. Ну, видим, баланс списался. Так, мощности туда-сюда. Значит, где нам посмотреть вывод? Наверное, скорее всего, в истории надо было посмотреть, но сейчас вернемся. Так, здесь он не показан. Давайте зайдем в историю. Так, и видим, вот, осуществлен вот 529 доджикоинов. Да, соответственно, что? Ставлю на паузу и ждем на бирже появления доджиков. Давайте попробуем обновить. Может, действительно инстантом платить. Ну, хотя биржа сама. Нет, вот, точно, инстантом платит. 514 догов. Соответственно, что у нас по истории? 529 минус 3%. А вот он и баланс. Так что, друзья, админ, в принципе, как и в прошлом проекте, так и в этом платит все инстантом. Я не ожидал, но даже биржа приняла очень быстро. Так что вот такие вот новости. Смотрите, решайте, да, дело ваше. То есть, еще раз говорю, по поводу проекта все обновят, все будет нормально. Можно зайти в группу посмотреть, я также там выложил свое видео. Группа пополняется, как видим, уже 155 человек. То есть, видим, да, что сайт временно недоступен, то есть потом полет нормальный. Ну, бывает, я говорю, 3 раза сегодня за день проект лежал. Лежал, вставал, ну, как-то так. В общем, что, друзья, ну, дальнейшие события этого проекта я буду, конечно, записывать обзоры такие, может, маленькие, может, не маленькие, да. Внимательно читайте инструкцию. Там писали мне, да, бывают такие ситуации, что тут баланс на одном месте крутится. В общем, это все в инструкции. Я лично сегодня, перед тем, как записать проект, читал, ознакомливался. То есть это никак не влияет на вашу добычу. Внимательно прочитайте всю инструкцию, дабы не задавать лишних вопросов, да? В общем, как-то так. Ну все, друзья, что на этом. Так, хотел коротенький обзор записать, просто проверить вывод, попробовать.
В общем, как видели, да, все выплачивается инстантом, как и в прошлом проекте. Так что, ну, как-то так, видим, да, выплачено 500, 959 долларов, соответственно, это мои доги уже тоже сюда приплюсовали. Все, друзья, буду держать в курсе, что почем да как, соответственно, буду здесь еще докупать мощности, делать, может, реинвест, ну, посмотрю, да, соответственно, 10 долларов, да, это 20 моих мощностей, да, то есть, ну, скорость моей машины. Так что, друзья, кому... Допустим, не понравился проект, не надо мне писать гадости, да, в комментариях. Не нравится, проходите мимо, ищите другие проекты, зарабатывайте. Я просто знаю, о чем говорю, потому как на прошлом проекте Cloud Money я неплохо заработал. Думаю, здесь тоже я неплохо заработаю. Так что еще раз говорю, кого что не устраивает, ну не смотрите, пожалуйста, проходите мимо, ищите другие проекты, да. Я вот, мне понравился проект, я сделал обзор. Все, это мое мнение, как бы моя окончательная точка. Кто будет присматриваться, там присматривайтесь месяц-два, ну, сами понимаете, это время, да, которое проходит, и вы теряете в заработке. На этом все, друзья. Ставим лайки. Не понравилось, ставим дизлайки. Подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, там тоже новости я вылаживаю, обновляю время от времени. Ну и все. Всем удачи, пока и до скорого.